Yani azalttıkları. Bu özellikle uzayda hızlı olabilir. Tamam mı? Bir dakika sayın. Здесь также стоят матеря, которым до сих пор не выплачивали пособия. Люди молчат, люди в страхе, потому что сегодня с утра все дисциплинированно реально собрались в отчет, но многих уже увезли. Я не знаю, как ни в одной стране мира просто не делается, кроме постсоветского пространства. Потому что человек будет сомнительный, возят или берут документы и грозят, что это будет чревато для будущего рабочих дней. Вообще на нас это можно. А чего вы есть? Афелла промахона не стоит. Без зимы. Вы поймите, мы не трусы. Всех с Наурызом, и надеюсь, все-таки у нас еще остались совестливые люди, адекватные, думающие люди, а не зомбированные кем-то чем-то. Так что присоединяйтесь, ребят, давайте. Да, народ, присоединяйтесь.